Дипломатический скандал между Турцией и США набирает обороты. В Стамбуле генпрокуратура вызвала сотрудника американского генконсульства. Его семью уже задержали. Ранее сегодня же турецкий Минюст отказался принять американского посла. А началось все на прошлой неделе, когда в Стамбуле арестовали другого работника консульства Метина Тапуза. Турецкие спецслужбы заподозрили его в связях с опальным проповедником Фетхюллахом Гюленом. После этого США приостановили выдачу всех неиммиграционных виз гражданам Турции. А Анкара в ответ запретила въезд в страну американцам. Причем сделала это с откровенной издевкой, скопировав заявление сайта американцев без преувеличения слова в слово.